корпусе Cougar Panzer G количество внешних деталей из стекла доведено до практического максимума. Тонированные стеклянные панели здесь не только по обоим бокам, но также вверху и спереди. Как считает производитель, корпус Cougar Panzer G – это пример эволюции дизайна корпусов в более современном, элегантном и привлекательном направлении, которое станет новым стандартом в последующие годы. Фронтальная и верхняя панели корпуса в основе имеют пластиковую крышку с боковыми вентиляционными прорезями, внутренний объем которой образует полость для установки компонентов системы охлаждения, а центральная часть снаружи закрыта стеклянной панелью сложной формы. Каждая из стеклянных панелей крепится четырьмя винтами с большими накатными головками. Причем после удаления винтов боковые стенки не упадут. Их нужно сначала наклонить и лишь затем снять. Прочие детали экстерьера также имеют минимум ровных поверхностей и простых геометрических контуров. Производитель позиционирует Panzer G как Midi Tower. Блок питания располагается стандартно, внизу горизонтально. Предназначенный для него объем отгорожен от остальной части корпуса металлической перегородкой. Обычных дисковых стоек в корпусе нет. Накопители обеих размерностей устанавливаются на лотки, которые крепятся к верхней части перегородки и на тыльной стороне основания системной платы. Таких лотков 6. Два универсальных, к ним можно прикрепить 2,5 и 3,5-дюймовые накопители. Остальные 4 рассчитаны только на 2,5-дюймовые SSD и HDD. Системные платы можно устанавливать формата вплоть до ATX и CEB, Compact Electronics Bay, а слотов расширения может быть до 7. В корпусе свободно размещаются любые современные видеокарты и блоки питания. Панель управления расположена в передней части верхней крышки и содержит, кроме кнопок Power со встроенным индикатором включения и ресет, по 2 порта USB 2.0 и 3.0, а также пару аудиогнезд. Индикатор дисковой активности вынесен на фронтальную панель и снабжен световодом в виде горизонтальной линии. Корпус оснащен 3 120-мм вентиляторами Cougar Vortex LED с подсветкой красного цвета. Все они установлены как нагнетающие спереди. При этом обычного для подавляющего большинства корпусов вытяжного вентилятора на задней стенке нет. Имеется только посадочное место размерностью 120 мм. Предусмотрены возможности модернизации. Можно поставить до 5 дополнительных вентиляторов, а также системы жидкостного охлаждения с размером радиаторов до 360 мм спереди и вверху и по 120 мм сзади и внизу. Встроенный контроллер для подсветки и регулировки частоты вращения вентиляторов в корпусе не предусмотрен. В системе фильтрации 4 элемента, выполненные из пластикового листа с мелкими отверстиями. 2 из них поменьше, они закрывают места расположения блока питания и нижнего опционального вентилятора и вставляются в штампованные выступы днища. 2 более крупных фильтра, фронтальный и верхний, крепятся к металлу шасси магнитными полосками, наклеенными по периметру сетки. Качество изготовления сколь-нибудь серьезных нареканий не вызывает. Если подходить строго, то многие конструкторские решения следовало бы отнести скорее к бюджетным, чем к топовым. Но это в основном будет касаться сборщика, а не пользователя.